А ну-ка проверь, на всякий случай. Пароль. Застава. Старый пароль. Черт. Голос знакомый, черт, не могу вспомнить. Стоп. Да это Лесницкий. Почему-то я был рад видеть эту злюку Аню. Может, дело в том, что она наконец перестала язвить? Похоже, ей просто стыдно, что она бросила напарника на поле боя. Извини, что я раньше с тобой как с мальчишкой. Как увидела в деле, поняла, ну, Хантер не случайно тебя выбрал. Просто он сразу понял, а я не сразу. И из-за меня ты чуть не погиб, понимаешь? Хантер для меня был... Ай, ладно, что я тут? Ты собирайся. Скоро наши прибудут и двинем на Октябрьскую. Кстати, торговец оружейник заночевал. Присмотрись, есть неплохие стволы. Вот правильно, доченька. Помогите старику выжить в наше нелегкое время. Я тут до завтра буду, так что если что надо, не стесняйся. Ну что там? Сообщили, что выдвинулись. Дороги скоро должны быть. Отлично. Саня, а что там в эфире нового? Как международная обстановка. Короче, такое дело. 10 лет в эфире, помехи одни. А месяц назад поймал. Настроился на Питер, лично. Они, между прочим, про нас знают. К ним, короче, прилетал кто-то из Москвы на самолете таком старом, ну, спортивном. Шуму наделал. Да, эту байку я слышал. С бородой она. Чего посвежее расскажи? Так что Лондон там выжил или даже Нью-Йорк? Про Лондон ничего не знаю. А вот зато на севере у нас город есть. Полярные зори. Там рядом АЭС еще. Там выжили люди. С ними говорил. Говорят, варвары их какие-то осаждают. Но они держат пока оборону. Держат. Завидую тебе, Саня. Складно врешь. Тебе надо было в большой устроиться. Пьесы писал бы. О жизни нашей скорбной. А то Шекспир, понимаешь, устарел. Картечные. Высший класс. Сам крутил. Бери. Шарики. Отборные. Чистенькие. Бери, парень. Покупай, парень. Мутанты тебе патронов не продадут. Бери, парень. На крупного мутанта самое то. Покупай. Отборные. Осечек можешь не бояться. Пока, парень.
ты в катакомбах бывал. Как там? Да проходили как-то. Древние церковные катакомбы. Даже представить себе не могу, сколько им лет. Вот и войну ядерную пережили. Во время войны в них люди из церкви прятались. Потом куда-то сгинули. Может, в большое метро перебрались, а может... Ну, всякое болтают. Это ты про большую мамку? Это еще кто? Ух ты! Наши-то как быстро домчали! А ну-ка проверь, на всякий случай! Пароль! Застава! Старый пароль! Чёрт! Голос знакомый, черт, не могу вспомнить! Стоп! Да это Лесницкий!
Thank you.